В этот день, в 1698 году, Петр I предписал подданным брить бороды и носить европейскую одежду. Однако новые порядки приживались с трудом. Царя осуждали, его новшества не принимали. Были и такие, кто, расставшись с бородой, кончал жизнь самоубийством. По всей России роптали, ведь считалось, что бритье бороды – грех, а священники отказывали в благословении безбородому. В этом же году Петр I установил налог на бороды, дабы все же привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. 29 августа в 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Это был велосипед с деревянной рамой, а колеса его были железными ободами и деревянными спицами. Деревянный прадедушка мотоцикл отправился в дорогу со скоростью 12 км в час. В этот день 1904 года в Сент-Луисе открылись третьи Олимпийские игры. Как и прошлые соревнования в Париже, они были приурочены к Всемирной выставке. Они прошли более скромно по сравнению с предыдущими, так как многие спортсмены Европы не смогли позволить себе приехать. 651 участник, включая 6 женщин, представляли команды 12 стран в соревнованиях за 94 комплекта медалей в 18 видах спорта. 29 августа, 81 год назад, в СССР было введено заочное высшее образование. Тогда же были определены номенклатура специальностей для такой системы и сеть самостоятельных заочных вузов. Этим же постановлением вводилась курсовая система обучения и обязательная сдача всех экзаменов и зачетов. А для заочников устанавливались дополнительные оплачиваемые отпуска по месту работы. В этот же день, но уже в 1949 году, первая отечественная атомная бомба, копия американской плутониевой бомбы, взорванной в Нагасаки, успешно прошла испытание на Семипалатинском полигоне. Руководителям работ Лаврентию Берии и Игорю Курчатову присудили звание «Почетный гражданин СССР». В этот день, в 1958 году, родился легендарный Майкл Джексон, американский певец, танцор и автор песен. 80-е годы можно назвать как золотую эпоху артиста. 30 ноября 1982 года вышел триллер, который до сих пор остается самым продаваемым альбомом в мире. Через год во время исполнения песни «Билли Джин» Майкл Джексон впервые продемонстрировал свою знаменитую лунную походку. Это выступление вошло в список самых значимых моментов на американском телевидении. В этот день, в 1988 году, в Ямальском районе было открыто Северо-Баваненковское газовое месторождение.